Всем доброе утро. Мы уже проснулись, в общем. Я собралась перестелить кровать сейчас, поставила варить яйца. Буду завтракать. Варюша уже что-то ела, йогурт ела, сырок. Сказала, что пока не хочет. Сейчас нужно помыть голову. Капец, с головой какая-то... Не с головой, а с помывкой волос. Беда какая-то. С глазами вообще, видите, да, какие глазки красные. Мне вообще как будто песка насыпали. Они чешутся жутко. А с головой что? Я должна мыть в четверг, но я постоянно этот день пропускаю. Я вспоминаю, что мне нужно помыть уже... Они у меня еще в четверг как бы чистые. А получается, я сейчас помою в пятницу, и завтра суббота, и завтра помою. И вообще вот это вот каждодневное мытье мне не нравится. Прям не прикольно. Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте. Как ваши дела? Кошки сегодня устроили вот угол открытый, он там в серединке. Кошка с собакой там просто, я думала, они оторвут ее. Кошка бесилась, как сумасшедшая. Бегала, носилась, там она шелестит, она по ней носится. Короче, сказочница. Ладно, пойду кровать перестилать. Ну что, у нас сегодня грандиозные планы по уборке. Это самое нелюбимое место уборки мое. Сейчас надо все на полу перебрать, все там. Игрушки. Кошка любит вот эти вот. Вот эти вот игрушки. Очень любит моя кошечка. Она их постоянно... Что случилось? Она их постоянно скидывает. Она сейчас залезла, шкаф был... Варя не закрыла, шкаф был открытый. Залезла там, скинула коробки сверху. Даже моя хорошая? Кошечка, конечно. Что же мне? Нельзя немножко поиграться, что ли? Да. Ты моя девочка сладкая. Такая стала неженка. Она раньше у нас... Она же раньше, чем собака появилась. И была такая нелюдимая. Вообще. Она постоянно, собака появилась, и она постоянно спала под кроватью. Мы как-то ее не нежили. А сейчас мы ее нежим, и она все время с нами. Вот такая хорошая. Где? Хвост у меня щекотит по животу. Ты что же хвост у меня щекотит? Такая хорошая девочка. Мурлыкает. Я поставила мяско варить. Сегодня будем делать... Ребятишка, будет у меня есть суп. А я сделаю салат такой же. Ой, Нини, своим большим хвостом. Шоколадка! Сейчас смотрела, она когда лежит. О, напротив окошка она лежала, и у нее шерсть так отблескивает. И прям реально шоколадный цвет. Она же у нас британка шоколадная. Ну, мы ее так и назвали, в принципе, шоколадкой. Потому что она шоколадного цвета. Вот так. Варварину кроватку прибрать, игрушки пересадить, все повытереть, тут бардак. Я хочу свой шкаф разобрать. Вот прям мне тут вещей много, которые мне просто не нравятся. Очень удобно так заходишь, тут все висит, но половину бы я бы выбросила и больше бы вешалок. Вот изначально надо было задумывать, чтобы больше вешалок было, а потому что полки по факту мне вообще не очень нужны. Я бы лучше все развесила на вешалочку. Тимоя девочка, такое сладкое. А это ходит, ревнует. Вы только посмотрите. Иди сюда, я тебя быстрее пообнимаю и тоже пойду. Еще не нужно обязательно помыть. Скажи, что это ты сегодня с собакой, с этой? Че ты меня нюхаешь? Не я, что ли? С коской, с этой нянькаешься, а со мной не нянькаешься. Я же твоя подружка. Храпит, господи, как она вчера храпела. Это вообще... Это что-то с чем-то. Она просто, я думаю, надо записать как-нибудь ее храп. Просто храпуша такая. Она залазит под пуфик и просто оттуда храп слышно. Ее не видно даже. Так смешно. Я там еще стирку закинула, машинка скоро достирает. Все. Приступаем к уборке. Смотрите на этот бардак. Хо. Та-дам! Чистота. Порядок, все, мы убрались. Теперь чистота везде. Пойдем готовить... Как бычок. Пойдем готовить кушать. Я довариваю уже суп девчатам. Тут перерыв делала с уборки. Закидала картошечки туда. Я поставила мясо варить, же говорила, да? Закидала сейчас картошки, морковки, лука там всего закидала. Сейчас свое мясо, которое у меня кусочек филе.
Это мне был сварен отдельно. Ну, в смысле, он был там сварен, я его вытащила. Сейчас также на масле поджарю чеснок. Поджарю чуть-чуть это мяско. И я его забыла, блин, посолить. И буду делать точно такой же салат, как в тот раз делала. Все, пошла готовить. Кушать хочется уже. И тебе, я поняла. Так, я приготовила кушать. У меня салат такой же, как и был. Только я яйцо убрала, добавила сюда огурец, чтобы он более овощной был. Девчатам салат такой приготовила. И у них куриный супчик. Все, всем приятного аппетита. Варюшка собирается к родителям ехать в гости. Ночевать собралась. Алена смотрит «Орел и решку». Не знаю, что за выпуск. Что-то мы... Лос-Анджелес. Ну, все равно. Я все равно их не смотрю, не знаю. Я что-то села и все. И все, и сижу. Устала, не знаю даже, что хочу. Думаю, если варишь стоит, может в ванной поваляться. Прям часика на два замочиться. И лежать. А еще мне сегодня как-то пятница меня подытывает. Охота чего-нибудь вкусненького. Прям очень охота. Привычка уже, что в пятницу мы едим что-то такое. Вот не знаю. В ванну пойду, наверное, возьму фрукты. И вместо ужина у меня сегодня будут фрукты. Хочется суши, но будут фрукты. Я хочу суши. Да, я тоже хочу. Завтра на весы встану, а там минус ноль. Нисколько не сбросилось. Такие вот дела. Что я належалась в ванной, я сегодня побила все рекорды. Пролежала 2 часа. Прям так кайфово. Я смотрела фильм. Я, правда, не досмотрела, он больше 2 часов идет. Думаю, уже пора. Блин, намочила волосы. Теперь не знаю, что с ними делать. Высохнут или... Все, надо собираться ложиться спать. Отдыхать. Неделя трудная была. Надо писать план на неделю. Мне кажется, я из того, что хотела сделать, сделала меньше половинки. Дневные как-то я еще успеваю, а вот на неделю надо писать реально план, что я хочу за неделю успеть. Вот. Алена там играет в какую-то игру, что-то установила, еще что-то тоже смотрела. Так что надо собираться ложиться спать. И всем спокойной ночи. И я как Варюшка. Всем пока-пока.